До тех пор, пока обстоятельства гибели лайнера выяснены не будут, полеты в Египет из России прекращены. Указ об этом подписан сегодня вечером президентом. Еще один указ обязывает МИД координировать с властями Египта вопросы безопасности россиян, оказавшихся в этой стране, и их возвращение на родину. Кроме того, указом президента предписано туроператорам воздержаться от продажи россиянам путевок в Египет. Британия, Нидерланды и Ирландия тоже приостановили воздушные сообщения с Египтом. Россиян из Египта уже вывозят. За прошедшие сутки вывезено 15 тысяч человек. Еще около 70 все еще на Красном море. Мера вынужденная, и многие турфирмы даже не успели предупредить тех, кто уже направился в аэропорт. Поэтому на неделе в столичных аэропортах стойки регистрации штурмовали желающие оказаться в Египте. Им объясняли, самолеты вылетают строго без пассажиров. За туристами, уже оказавшимися в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, вывозят в первую очередь людей только с ручной кладью. Весь багаж отправляют отдельно, грузовыми самолетами в целях безопасности. К этому уже подключились и Почта России, и армия. Никого не торопят. Желающие отдыхать до конца путевки остаются на берегу. Тем более, что так рациональнее организовать спокойный исход россиян из Египта.